Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас на матче Реал Киев против РГ ПАКа, Лига Ф. И давайте пройдемся по составам. В составе команды Реал Киев: Еременко, Ярослав, Климишин, Николай, Замирайло, Тарас, Собаченко, Антон, Клещук, Борис, Гаврилов, Владислав, Целик, Павел, Корненко, Ярослав, Фролов, Алексей, Мищенко, Роман. В составе команды РГ ПАК: Ярко, Денис, Серко, Максим, Кравченко, Александр, Руденко, Владислав, Латенко, Юрий, Кудлай, Богдан, Обчаренко, Евгений, Бенджа, Ават и Усач, Александр. Баченко. Перевел. Чуть обостряет эту передачу. На самом деле важный матч, но у нас забавным образом случились непонятные обстоятельства с игровым временем. И эта пара вынуждена была сместиться на 2 часа. И мало того, и сегодня все равно, даже сместившись, менеджер поля почему-то все-таки допустил кучу ошибок, из-за которых мы вынуждены испытывать легкий дискомфорт. Фаворитами, наверное, этой встречи все же таки я бы отметил РГ ПАК. Мне кажется, Реал Киев после мега-матча, который они выдали в первом тайме, во втором тайме просели. Это я про прошлую встречу. Все-таки, мне кажется, такие матчи заставляют расти команду, но не быть ее стабильной вот в плане качественного, хорошего футбола. Ну вот Баченко может создавать эпизоды, может создавать моменты. Быстрый футболист, хорошо ускорился. Хотя, глядя на то, что сегодня именно Денис Ярко на воротах, это может составить трудности команде РГ ПАК забрать 3 очка к себе домой. Обработать мяч не получилось. Ярко, Денис просто на вынос действовал здесь. Хороший контроль от восьмого номера. Классная скидка на Еременко, если я не ошибаюсь. У нас по 33-м... Нет, Цилик Павел, по-моему, у нас по 33-м номером как раз таки. Сейчас мне будет трудно называть правильные фамилии команды Реал Киев, потому что одно дело, когда видно в футболке, одно дело, когда в манишках, и мне не видно, кто же. Баченко-то я запомню. И вот он сейчас пробует открыться как раз таки. Обрабатывает эту передачу. Есть подбор. Латенко отыграл на Кудлая. Не знаю. Осталось. Ярко. Кудлай. Запутался, мне кажется, Богдан. Не удается почистить здесь, в этой попытке. Смотри внимательно. Аут. Кудлай. Есть подбор. Немножко будто остановились. Колесник пытается как-то накрутить. Я правильно понимаю. Нет, указано, что это Обчаренко. Евгений, можно их перепутать, они похожие по статуре. Сегодня Колесникова нет. Как раз. Баченко. Хорошую показывает скорость. Удивлен Латенко, я понимаю. Замирайло. Тарас отыграл через назад на Гаврилова. Владислав еще как бы больше в глубину туда, на Климишина. Ну и в итоге атака, вернее не атака, а контроль мяча закончился ничем. Да,
Вот так, друзья, это первый забитый мяч в этой встрече. Овчаренко Евгений. Благодарит Кудлая Богдана за такой хороший пас. Усач. Врезался. Бруденко здесь на ускорении. Сложно было ему куда-то бы деться там, честно говоря. Кудлай. Бруденко. Усач. Овчаренко. Бруденко, дальний удар. Почему нет? Довольно немножко там. Латенко, что вот решается на такой удар совсем уже издалека. Мяча, атака сохраняется, но тут пас, конечно, получше на Фролова Алексея. Да нет, передача не проходит. Фролов через назад. Овчаренко не переигрывает здесь. Снова Реал Киев пробует начать свою атаку. Сегодня, наверное, сам по себе сценарий матча сложнее, потому что именно Реал Киев создают свои моменты. И так как 1-0 они проигрывают, Аргопак забивали у нас, теперь им приходится вдвойне больше трудиться и стараться. Обыгрыш от Фролова. Климишина, прошу прощения. Челик ошибается. Почувствовал это Руденко. Атаковал, скажем так, вовремя. Сейф от Ярко Дениса. Вовремя видит всю ситуацию, видит, сблизился, не позволил побить.
Ищенко. Обстучался с Еременко Ярославом. Снова перехват от Эргопака. Бен Джават. Ярко. Усач на Латенко. Снова Усач. Игра немножко утихомирилась. Наверное, ее темп сник. И мне кажется, это все связано с тем, что счет-то удовлетворительный. А грелки стараются уже осторожнее идти в отбор. Телек. Замирайло. Туда. На Еременко Ярослава. Латенко. Бен Джават. Дается накрутить там. И продолжительная атака все-таки не завершается вторым дублирующим ударом. Кудлай. Ближе с игроками. Ближе с Но вот забитым заканчивается Бен Джават с передачи Богдана Кудлая. Забивает второй мяч в этой встрече и позволяет команде чуть-чуть выдохнуть. Максим перевел правее. Латенко. Господи, шире, шире! Ширину! Ребята, шире смотрим сейчас. Постить хорошее открывание в центр от Баченко. Накрутил там довольно-таки неплохо Латенко. Руденко. Кудлай. На Бен Джавада. Чуть. 2-0 у нас выигрывает Эргопак. Еременко. Ярослав не решается обыгрывать Бена. Через назад действует Калимишин. Есть перехват от Руденко. Но ненадолго этого перехвата хватает. Баченко классный пас отдает. Удается сохранить мяч в пределах поля. И угловой зарабатывает сейчас коллективными усилиями. Защита.
Бенжават. Кудлай. Хорош. Ну, дальний удар. Откровенно дальний. Не первый, кстати, за сегодня. Овчаренко пробует Усача. Александр предложится, но Бен вот таким обманным маневром забивает очень и очень симпатичный мяч. Поймал на ногу. Друзья, а пока я записывал, как я понял, еще доколотил мяч Овчаренко Евгений. Извините за то, что не готов я был к такому быстрому камбэку в атаку от Эргопака. 4-0. И что удивительно, что все мячи, первые три, были на 25-й секунде забиты, если смотреть по камере, по датчику камеры. Сереж. Вот шанс забывать. Овчаренко. И вот так, друзья, это ошибка и вратаря. Пятый мяч в этой встрече у нас Овчаренко Евгений. Все-таки, знаете, глядя вот на эту рубку и желание у команды Реал Киев как-то найти свою игру, я понял, что все-таки это не их футбол играть первым номером. Им надо хорошо сыграть вторым номером, а потом уже задумываться о игре первым номером. Очень технично Евгений Овчаренко забивает еще один мяч. 6-0, дорогие друзья. И минута до конца, как я понимаю. Остаются считанные секунды у нас до завершения первого тайма. Беджава. 6-6. Овчаренко. Бенжават не попадает пяткой в сторону ворот. И, друзья, первый тайм закончен. У нас небольшой перерыв, совсем небольшой, и приступаем ко второму. Вам чекать.
ты же там остался. Продолжаем дальше, дорогие друзья. Бенжават. Теряет мяч, подбирает его Максим Ярко. Усач. Ну и что, дорогие друзья, во-первых, хотелось бы поздравить Ярко Дениса, человека, который привел спонсоров в нашу команду «Эластика», благодаря которой мы получаем поддержку и призы от, скажем так, говорит, добрых людей, которые за спорт, за активность. И Денис хотел поблагодарить и команду за то, что собралась в этот день, играет в футбол, и для него это праздник, как я понимаю. Потому что Денис Ярко за спорт. Ну а я напомню, что лучшие голы и сейвы после голосования мы определяем одного лучшего в каждом туре и в топ-голах и сейвах. И у него есть шанс выиграть приз. Вот такой забитый мяч. Красивая атака, хорошая скорость. Еременко Ярослав на завершении. А вот отдавал эту голевую передачу. Сейчас я просмотрю, кто. Отдавал эту передачу Цилик. И вот этот важнейший мяч в виде одного. Ну, конечно, 6-1 это не совсем мотивационный счет, но тем не менее, когда ты забиваешь, все-таки у тебя появляется какое-то вдохновение играть в футбол. Ты получил удовольствие, какую-то дозу удовольствия, скажем даже так. Чекали, поки боремо. Чекали, нарешті. Для півної частини там це була. Ні, заміни є. Давай. Відправляє обіду на шоу. Овчаренко классно найти позицию. Бенжават один против Мищенко. Но в угол вытесняет его Роман. Еременко Ярослав. Фролов открыт левее. Вот он получает мяч. Мяч.
неплохо пробивают. И Денис Ярков, вы знаете, справляется довольно-таки достойно на воротах, хотя это не его позиция, больше он в поле. Тем не менее, нет ощущения, что что-то не так. Да еще и в свой день рождения, не хочет, чтобы его били мячом. Пацаны, замена есть! Вот сам пробрался. Бочаренко. Чуть ожила команда, такое вот впечатление создается после этого перерыва. Есть подбор. Хорошо, в правый фланг пошел, чуть подрастянул Цилик, если не ошибаюсь. Но все-таки расстояние говорит о себе само. Понятное дело, Цилик. Неплохой контроль от Кудлая Богдана. Но, вы знаете, игрокам Реал Киева нужно играть тогда жестче в отборе, невзирая на то, что их трое против Богдана. И, тем не менее, не дают они такого прессинга, чтобы тот избавился быстро от мяча. А это определенного рода нюанс, на котором стоит задуматься в перспективе, если хотят развиваться, расти как коллектив, как команда. Черенко отыграл на Фролова. Ух, засунул немножко в правый фланг. Туда Цилик своему партнеру не поспевает за этим передачей. Реал Киев. И РКПАК быстро разыгрывает свой аут. Руден. Хороший уход в центр. Бить, кстати говоря, не стал. И вот долгая задумка, ударить или нет, повлияла на то, что паста некачественный пошел в итоге. Попробовал между ног отдать. Вот совсем уже лотерея. Черенко. Кудлай. Забитый в пустые. Не поспевает на двоих перекрыть. Тайм-аут, дорогие друзья. Небольшой перерыв. Есть что обсудить команде Реал Киев. Дальше. Давай,
бежит один из игроков. Есть отбор. Три в два. Вот момент, где нужно реализовывать свое численное преимущество. Сережа, Сер, сколько осталось? 10 минут, дорогие друзья, остается до завершения матча. Маченко. Овчаренко. Неточный пас. Да и силы мы видим достаточно много покинуло Гаврилову Владислава. Усач отыграл на Кудлай Богдана. Тот не поспевает. А вот у нас. Неудачно пробрасывает себе Баченко. Бенгават. Баченко. Повалили все-таки в этой ситуации. Антона, одного из самых активных игроков команды Реал. Киев. Я напомню, счет 6-1. Будет Максим ярко ускориться, чуть растянул зону. Усач. Вот тут уже неточный пас. Последовал, конечно же, ауту для команды Реал Киев. Мищенко. Баченко. Усач. Максим Ярко. Бенджават.
Нагадую про обучение, ну что, красивый эпизод мог забивать Басенко, вот так перекидывая головой. Был бы топовый мяч. Ну или близкий к топовому. У нас 6 минут остается еще играть. Я напомню, 6-1. Баченко, классная свободная зона для него. Усач попробовал помешать там всячески. Снова ввод мяча за командой Реал Киев. Кудлай. Бен Жават. Баченко. Еременко Ярослав. Ошибается с таким пасом. Кудлай против Мищенко. Фол, по мнению судьи, и штрафный удар. Опасно, и все-таки мяч заходит в ворота. Автогол, серый, автогол нет. Овчаренко, значит, как я понимаю, у нас забивает, нужно будет пересмотреть этот момент. Тимьярко, хороший удар. И снова добивание.
На этот раз уже Овчаренко реализовывает еще раз. И это 10 мячей. Встает мяч 22 номер Фролов Алексея. Остается одна минута, насколько я понимаю, до финального свистка. Бен Джават. Видите, недоволен Мищенко Роман, просит играть жестче в отборе, потому что дают водиться, дают чувствовать зону комфорта своему сопернику команды Реал Киев, и это проблема, к сожалению, для Реал Киева. Я напомню, счет у нас 10-2. Ой, 1, прошу прощения, 10-1. Руденко у мяча. Неприятный рикошет, Мищенко выручает. И фол. Фол, тут не было забитого. И по времени у нас остается совсем немного, я думаю, считанные секунды. Насколько я услышал, 40 секунд. Не совсем уже считанные. Многое может происходить за это время. Не видели здесь даже Бена Джавада, честно говоря. Он так посмотрел на арбитра. Они против ли меня? Это Фаливи. И вот он, финальный свисток, который говорит нам о том, что 10-1 – такой итог сегодня. И 3 очка забирает команда себе Эргопак. Вот такой подарок на день рождения. Денис Веркин. Thank you.